это до заявки. Ребята все остались, хотя были предложения. Вот у Игоря было предложение, еще у ряда игроков. Никто не уехал. Все поверили руководству, что вот будет заработная плата. Зарплату мы не получали уже сколько? С ноября. Четвертый месяц уже идет. И хоть раньше говорили там сроки, когда, сейчас вообще не говорят сроки. Я вообще не знаю, почему такое происходит, и хотелось бы вообще задать вопрос руководству, хозяину команды, когда нам заплатят зарплату. Было очень много сказано, обещано, что все будет, сроки сначала до вторника, потом до среды, потом до конца недели. И это длится уже четвертый месяц. Нам просто надо понимать, что делать, в какой мы ситуации. Не тренируемся, видите, сами пешком ходим, мы играть не можем, настроения нету. Просто деградация. Деградация-то идет уже не как хоккеисты, а просто как люди. Нам надо всем ребятам надо платить за квартиры. Очень большие проблемы. Как бы уже три месяца там зарплату не получали. Там получали какие-то премиальные что-то, но задолженность уже такая большая, что уже невозможно как бы жить там. Смотри на это все еще, тем более мы не катаемся, не катались последних 11 дней. Я тоже снимаю шляпу перед пацанами, которые сыграли эту игру. Это было очень-очень хорошо, что там отдали все, что у них было, сердце положили на игре. Мы все стараемся играть, но как бы это уже дальше, как мы дальше будем двигаться, уже неизвестно нам. Потому что вот все стараются, все хотят играть, все тренируются на 100%, но... Вот мы профессиональные спортсмены, и профессиональные спортсмены должны показывать результат. С нас требуют результат, и если тренировок даже нет, если нет спортивного питания, это очень тяжело.